Hi. My name Vurkul. Autop self-premise. Septic flesh. Communion. Итак, переходим на русский язык. Этот диск прислал мне злой гуманист с Киева. На Фростере его ник. Это отличный мой знакомый. Вот. Вот, посылочка стоила 35 гривен всего. Вот, упаковано все отлично. Сейчас будем вскрывать посылку. Пинцета я пока не нашел. Музыка моя играет. Torn Apart. Проект. Гитара. Сейчас будем вскрывать посылку. Вот, посылку мы вскрываем быстро. Вскрытие покажет. Вынимаем плод. Плод воображения. Плод фантазия маньяка, безумия Улис. Септик флэш. Аутопсио в септик флэш, да? Вот, сейчас мы это дело достанем. Вот, запаковано все хорошо, по идее. Надрез надо было сделать более глубокий. Сейчас еще сделаем. Запаковано так, что хрен достанешь. О, в пупырышках. Ну, конечно, это с перебоем. Пупырышками. Зачем это было запечатывать так сильно? Возьмем ножнички. Это уже, конечно, злой гуманист переборщил с этим делом, мне так кажется. Зачем вот это? Блин. Надо ж все-таки знать, что человек будет скрывать, как он его будет скрывать. Запаковать легче всего вот так вот. Вот. Надо инструкцию, наверное, было мне прислать, как вскрывать. О, был у меня такой диск, я его продал. Может, это он и есть. О, цена 40 гривен. Ну, это понятное дело, что это с другого какого-то кулечек. Ну, коробочка вроде целая. Блин, это бумага для этих извращенцев. Пупырышки эти дурацкие. Так, вот диск сам. Вон, коробочка более-менее неубацанная вроде. О, красотуля. Туля. Ну, диск более-менее. Вроде тут царапинки, если есть, то не влияющие на воспроизведение. Вот. Не. Вот книжечка, ну буклетик, понятно, что БУ. У меня, конечно, диск был лучше. Ну, продал, думал, фирму себе купить. Но мне сейчас не до покупки фирменных дисков. Куплю себе еще. Вот. Вот такая обложечка клевая. We the gods. Мы боги. Вот. Жаль, что тут фото нету музыкантов. Вот это вот, конечно, немного вот полиграфия убацанная чуть-чуть.
Вот такой вот диск. Я, пока Metalhead, привет злому гуманисту на Фростере, покупайте диски на Фростере. Девки, секс, рок-н-ролл. Вот. Прогрессив дез метал, техникал дез метал. Вот греческий дез метал, септик флеш. Вот слушайте музычку, покупайте аудиодиски, продавайте аудиодиски. Вот. Вон MP3, MP3 это говно. Разве что для ознакомления. И то лучше во флаке скачать для ознакомления. Пока-пока! Макс Вехов, желаю тебе успехов. Пока-пока.